За перевод благодарим фансаб-группу «Будилиум». Озвучил Кайл. Run BTS, эпизод 113, школа Далбанг, часть 2. Сегодняшняя тема – школа BTS. Школа BTS. Первый урок корейский, ребята. Это несложно. Правильный ответ – X. Все были правы. Мямлить – правильно. Второй урок – ИЗО. Неправильно, есть еще? Есть еще? Еще? Вы, ребята, жульничаете! Ви, правильно? Молодец, Ви! Ви, правильно? Правда? Ви, молодец! Третий урок – музыка. Вам нужен перерыв? Нет, давайте продолжим. Давайте дальше, у нас 5 уроков. Хорошо. Ребята! Третий урок – музыка. Музыка! Я думаю, что у Шуги есть преимущество. Он изучал ее. Нет. Это... Я давно этим не занимался. На этом... Номер один, Ким Тэ. В музыкальном уроке... Сейчас мы будем играть мелодию и записывать ее. У меня тут ваши баллы. Песня... Песня, которую мы будем играть... Утренний восход. Утренний восход. Вы все знаете эту песню? Да, мы знаем. Один играет на пианино, а другой на флейте. Я не знаю, как играть на пианино. Мне взять флейту? Тогда возьми флейту. Послушайте. Слушаем меня! Когда вы играете песню, вы играете ее сегментами. Я понял, прости. Я использую эту палку, чтобы решить, кто будет играть. Правда? Вы должны играть, как только я укажу вам. Мы должны сыграть всю песню? Это слишком сложно. Ты хочешь, чтобы мы сыграли всю? Не думай, что это когда-нибудь закончится. Как такое возможно? Вот так. У нас есть время попрактиковаться. Я дам вам 15 минут. Победитель... Начнем сейчас? Я еще не закончил! Победитель получает 5 очков. На втором месте... Не надо, я не играю. Второе место получает 3 очка. У каждой команды всего 3 попытки. Попрактикуйтесь, а потом попробуйте. Время вышло, ребята. Что? Мы закончили? Уже? Он придерживается сценария. Окей, пора обедать. Продолжайте тренироваться. Мы можем тренироваться? Это безумие! Вернемся к оригинальному звуку. Громче, громче! Хён, давай вместе! Эй, 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 эй! Ребята, подождите! Вы знаете мелодию? Я не знаю. Вы знаете мелодию всей песни? Нет. Да, я знаю. От начала и до конца? Да. Я не знаю. Может, послушаем? Но можно просто следить по нотам. Можно понять по нотам. Мы можем прочитать ноты. Такой страстный партнер. Так громко. Очень шумно. Когда не знаешь, как играть на флейте. Когда ты злоупотребляешь флейтой. Так громко. Очень громко. Слишком громко, у меня уши болят. Решение проблемы.
самый слабый свисток в мире. Окей. Время вышло. Я не могу надавить на отверстие. Кто хочет быть первым? Может, сначала пойдем? Команда Ви, вперед! Команда Ви! Команда Медведь, команда Ви, команда Хёк. Мы команда Ви. Вы начинаете? Окей, команда Медведь. Давайте начнем. Он слишком показывает свои навыки. Ты не должен играть ноты идеально. Это зашло слишком далеко. Октава была высокой. Не смешите меня. Не надо. Ты был смешной. Окей, потренируйтесь. Кто хочет пойти следующим? Команда Хёк. Можешь переключиться, когда строка закончится. Что? Если ты сменишь инструмент посередине, мы не сможем сыграть. Хорошо, понял. Пожалуйста, помолчите, мы играем. Давай медленно играть. Команда Хёк. Ты даешь дополнительные баллы за импровизацию. Я подумаю об этом. Начинайте. Это импровизация. Ну как? У тебя есть навыки? Импровизация? Проснись. Ты примешь это как импровизацию? Приму. У него отличные навыки. Почти закончили. Команда Хёк победила! Команда Ви, подожди-ка. Есть кое-что, что тебе нужно знать. Мы поменяли инструменты, потому что Джей-Хоп не может играть на флейте. Мы поменяли инструмент в последнюю минуту. Смена инструмента, очень жаль. Буду иметь это в виду. Хорошо, давайте сделаем это. Джей-Хоп, ты готов? Давай не будем торопиться. Почему? Совсем другая мелодия. Ритмы совершенно разные. Соль, ля, до, извините. Мы попробуем. Так грустно. Соль, ля, до. Давайте, Ви. Их мелодия очень воодушевляет. Джин смешной. Разве это не трудно? Это же совсем реально сделать. Ты так обрадовался? Джей-Хоп, ты потренировался? Он хороший студент. Дайте мне попробовать. Вы много учились? Ты не сыграешь мелодию? Нет, все закончилось. Команда Хёк получает 5 очков. Команда Медведь получает 3 очка. Команда Ви. Команда Ви получает 1 очко. Молодец, 1 очко. Все в порядке. Ребята, начинаем 4-й урок. Вам было весело? Да, вы научились... Музыки? Вам было весело? Да! Отлично! Ты можешь подняться на ноту выше? Шуга, сможешь добавить гармоний? Не смогу. Отлично, ребят! Ты не даешь за это очки? Никаких очков? Разве мы не получим очков? Я дам вам свое сердце. 4-й урок. Давайте перейдем к следующему уроку. Run BTS!
Это четвертый урок, да. Ребята, вау, четвертый урок. Разве после этого не обед? Я знаю, что вы ждали этого. Это должно быть физкультура. Китайские иероглифы. Китайские иероглифы? Задача этого урока... Тайна съесть твой обед. Какое отношение это имеет к китайским иероглифам? Вам нужна еда, чтобы пообедать. Пахнет невероятно, что это? Я приготовил его для вас. Разве мы не ели такое в школьном буфете? Вы ничего не чувствуете? Пахнет вкусно. Я дам вам шанс выбрать меню. Команда на третьем месте может сначала выбрать меню. Правда? Почему? Кто эта команда? Это мы. Но вы выиграли предыдущую игру. Это единственная игра, которую мы выиграли. Мы не знаем, кто проигрывает. Команда Хёк выиграла предыдущую игру. Так что никогда не знаешь, кто проиграет. Мы так плохо играли. У нас есть одно очко. Команда Хёк, не грустите. Я дам вам. Мы можем обогнать другие команды. Сначала выбрать меню. Правда, обед. Думаю, что-то будет легче съесть, чем другое. Меню очень важно. Я расскажу вам меню. Хорошо. Первое меню. Кимбап. Чаша лапши, маринованная редька и напитки. Мы съедим это во время урока? С ума сошли! Все в порядке, потому что я здесь. Второе меню. Чаша лапши, треугольный кимбап, кимчи и напитки. Хорошо. Везде есть чаша лапши. Третье меню. Чаша риса. Чаша лапши. Я люблю рис. Отлично. Два десерта. Это так вкусно. И напитки. Супер. Все меню хорошие. Как их можно съесть втайне? Я объясню позже. Думаю, кимбап лучше. В первом меню были кимбап, маринованная редька. Идем к успеху. Интернет-кафе. Я знаю, все хорошо. Точно. Нам обязательно прятать еду? Нам нужно узнать правила. Сначала выберем меню. Сначала выберите меню. Сначала нужно выбрать меню. Да, хорошо. Им нужно знать правила, чтобы получить преимущество. Мы выбираем первое меню. Первое меню. Кимбап, кимбап и чаша лапши. Лапша, кимбап, маринованная редька. Как называется ваша команда? Хёк, Хёк! Запиши их. Запиши команды на доске. Вот, можешь взять мою ручку. Запиши их. Команда Хёк выбирает первое меню. Кимбап, лапша и напитки. Давайте перейдем ко второму меню. Что ты хочешь? Второе меню? Мы не можем выбрать, потому что мы выигрываем. Мы выбираем второе меню. Может, они будут использовать децибелы, но второе меню лучше. Команда Медведь выбрала второе меню. Лапша, кимчи и напитки. Ты просто есть хочешь? Третье меню. Чаша риса и чаша лапши. Да. Вы также получаете два десерта. Два десерта? Я буду писать классику тысячи символов на доске. И время от времени рандомно разворачиваться. Понятно. И вам нельзя двигаться. Если я увижу, как вы двигаетесь, вы должны подойти и соединить в замок палец с моим. Мы просто продолжаем есть, пока нас не поймают. Если вы доедите всю еду, которую получите, или останетесь последними живыми, вы выиграете. Тогда тебя не должны поймать. Это нехорошо. Какое отношение это имеет к китайским иероглифам? Потому что он записывает классику тысячи символов. Где? На доске, он же говорил. Зачем? Он внезапно будет поворачиваться. Чимин, пожалуйста. Это не имеет никакого отношения. Достаточно. Послушайте, только победитель получает 5 очков. А остальные? 0 очков. 0? Да. Это жестко, потому что нужно выжить. Начнем? Не открывайте пока. Не открывай. Снять упаковку тоже часть игры, но приготовьте палочки для еды. Вам пока нельзя прикасаться к еде. Пахнет невероятно. Давненько я такого не нюхал. Ребята, позвольте мне... В чем-то специализировался в университете. Я обычно учитель начальной школы. Мы что, ученики начальной школы? Ну да. Я думал, что мы старшеклассники. Вы ученики начальных классов. Давайте начнем игру. Веселые китайские иероглифы. Китайские иероглифы. Начинаем? Будет весело. Началось, началось. Он запишет иероглифы. Записываем это в своей тетради. Записывать? Нужно? Нет. Внезапная атака. Арэм, что-то не так? Нет. Думаю, ты двигался. Шуга оглянулся. Я посмотрел на Арэма. А так можно? Подождите. Арэм 3 секунды двигал рукой, а Ви двигает ртом. Ви?
Мне кажется, ты шевелишь губами. Хорошо. Повторяйте за мной. Земля трудна. Чимин? Ты двигался? Что? Вкусно? Ага. Хорошо, давайте играть честно. Честная игра. Черный. Желтый. Чимин-щи. Что там такого вкусного? Черный, желтый. Чимин, почему твои сережки двигаются? Это из-за ветра. Ви, выходит из игры. Зачем? Ты жевал. Нет, совсем ни разу. Я вообще не жевал. Я вообще... Дай мне шанс. Почему ты так много двигаешься? Дом? Чимин-щи. Я не могу проигнорировать это. Ви, ты тоже? Я не ел. Ты проигрываешь, если двигаешься. Правда? Ты не можешь двигаться. Давайте проголосуем. Ви сидит спереди. Так кто думает, что он пошевелился? Я, он только что двигался. Я правда этого не знал. Я думал, нужно было. Кто думает, что он двигался? Я правда не... Может, продолжим уже? Я думал, тебе нельзя есть. Серьезно. Хорошо, я дам тебе последний шанс. Юги, ты должен смотреть на меня, когда ешь. Иначе как бы ты узнал, повернулся я или нет? Что? Шуга, выходи. О, нет. Очень жаль, очень жаль. Присаживайся, какая жалость. Хочешь, чтобы я доел оставшуюся еду? Ви продолжал двигаться. Ты зашел слишком далеко. Даже для меня такое слишком. Ты просто ешь? Ви, я всех поймаю. Ви, я отправлю вас всех в ад. Ви, выходи и ешь. И возьми с собой еду. Дальше дом, а затем ширина. Ложь. Чимин, иди сюда. Зачем ты так сделал, Чимин? Иди сюда. Чимин, ты же нас знаешь. Иди сюда. Я его помощник. Хорошо, Чимин, выходи. Чонгук? Я думаю, ты двигался. Я ошибаюсь? Пошуми, если я ошибаюсь. Холод? Почему это так сложно? Холод. У меня вопрос, учитель. Какой? Бульон с лапши тоже нужно выпить? Конечно, в этом суть рамена. Тэхён, как думаешь, они должны выпить бульон? Думаю, должны. Он говорит, что нужно. Все нормально? Нормально. Хорошо, наслаждайся едой. Окей. Арэм, как дела? Хорошо, понял. Учитель, они разговаривают с тобой неофициально. Они едят, все в порядке. Вы едите? Ты отлично подметил. Линия? Я не вижу. Вы тоже должны их поймать, когда я смотрю на них. Правда? Арэм моргает. Что он делает? Ты не моргаешь? Это еще что? Его губы шевелились. Арэм, ты моргаешь? Думаю, да. Они должны быть наказаны. Он часто моргает. Джей-Хоп, а ты моргаешь? Чонгук, сколько ты уже съел? Сможешь закончить? Не знаю. Вы закончили? Посмотрите на иероглиф, который я написал. Они такие корявые. Это точно иероглифы? Я был так занят их проверкой. Вообще непонятно, сколько здесь иероглифов. Справочник. О, Чонгук выглядит так вкусно. Чонгук, странный способ пить. Вкусно? Чонгук двигался. Мы проиграли.
Вы такие злые! Теперь промежуток баллов так широк. У нас есть победители, аплодисменты! Тогда мы получим 3 очка. Только первое место получит очки. Так как 4-й урок закончился, переходим к 5-му уроку. Думаю, это будет физкультура. Урок китайских иероглифов. Команда Ви победила. Ребята! Время 5-го урока. Я слышал, что мы можем заработать здесь 50 очков. Что? О чем ты? У нас физкультура. Аплодисменты. Я сказал аплодисменты, а не тыканье в меня. На этом уроке вы опираетесь на своих товарищей по команде. На спине. Как мы можем это сделать? Ну, знаете, вот так. Ты что? Вот так. Разминаешься. Вот так? Подожди! Под этой палкой вы проходите мимо этого лимбо, поднимая товарища по команде на спину. Значит, товарищ на спине — это просто разминка? Нет, вам нужно преодолеть планку. Это невозможно. Ребята, планка будет установлена на самом высоком уровне и будет опускаться вниз, когда каждая команда пройдет под ней. Я буду опускать планку, как захочу. Как захочу, ладно? Хорошо, как хочешь. Правда? Так как я меньше, каждая команда получает по 2 шанса за каждый раунд. Они не слушают. Мы слушаем. 2 шанса. Дай минус очков. У вас будет 2 шанса на каждый раунд. Даже если вы провалитесь 1 раз, у вас будет еще 1 шанс. Можете попробовать 1 раз. Окей, понятно. Кроме того, помните о своей безопасности. Сделайте растяжку для спины. Джей Хоп, поднимешь меня? Ребята, внимание. Сосредоточьтесь, слушайте учителя. Мы слушаем. Сколько очков достается первому месту? Сколько? 30 очков. Для второго? Сколько? 15 очков. За третье место? 10. Эта игра очень важна. Проигравшие идут первыми. Давайте начнем, хорошо? Поторопитесь. Как я могу это сделать? Давайте начнем со 150. Мы на третьем. От 140. 140. Начиная с команды Чонгука. Давай я тебя подниму. Любой может такое сделать. Я не могу. Вот так? Если я сделаю вот так, я должен пройти мимо планки? Скажи мне, когда ты будешь рядом с планкой. Не смогу, просто продолжай. Почему ты так усердно это делаешь? Прошли! Вы молодцы! Мое бедро! Я тяжелый, да? Ну да. Иди сюда, я все сделаю. Правда? У меня преимущество, так как я ниже. Это так. Точно? Проще, когда ты маленький. Хорошо. Вперед, команда Хобби. Я тебя подниму. Арэм, ты мне доверяешь? Все будет хорошо. Подождите, дайте ко мне немного растянуться. Команда Ви. Ты довольно тяжелый. Давненько я не слышал этого слова. Так как вы все отлично справились, планка была слишком высокой. Давай я тебя подниму в следующий раз. Я опущу до 120. Это невозможно. Слишком низко. 120 где-то здесь. Если вы провалитесь, я подниму планку обратно, не волнуйтесь. Мы должны преуспеть. У команды Хёк столько преимуществ, потому что Чимин маленький. Рост не имеет значения. Немного. Я подниму тебя. У меня тоже есть преимущество. Ты гибкий. Это не имеет значения. Чонгук, начинай. У нас не сильно разный рост. Опасно. Подожди, прислонись ко мне как следует. Сделай как следует. У вас 2 шанса. Попробуй. Это все благодаря твоему телосложению. Ты буквально тащишь его. Ложись. Ложись. Подожди, мы еще не начали. Отпускай, ты должен начать первым. Он снял очки. Так делают только во время драки, когда снимаешь очки. Когда снимаешь очки, ты становишься сильнее, понимаете? Парни с маленькими глазами, как я, они становятся сильнее. Поехали. Да, но мы должны спуститься ниже. 1, 2, 3, вперед. Ниже. Это просто. Они крутые. Я тебя подниму, ты в порядке? Да, все хорошо. Давай я попробую. Серьезно? Ты в порядке? Джей Хоп все сделает. Эй, убедитесь, что вы держите прямые лица для камер там наверху. Боже мой, лица? Я только что понял это. У меня тоже неприятности. Окей, поехали. Джей Хоп, готов?
Мне нужно поднять талию выше. Похоже, что это немного обещающе. Кричите, если готовы. Да! Поехали! Подожди! Вы, ребята, ударились головой. Мне тебя поднять? Нет, я в порядке. RM тяжеленький. Давай, давай. Джей-Хоп. Ты в порядке? Никогда не видел его таким злым. Ты такой высокий. Давай я опущу планку на 5 сантиметров. На 5? 115. Думаю, можно понизить еще больше. Подожди, это не так просто. Это не просто. Я опущу до 118. Я имею в виду 108. Это возможно? Разве это не легко? Можно же сделать вот так. Если бы это была обычная лимбо. Ты маленький. Обычная лимбо? Нет. Почему ты замешкалась? Нет. Не так? Бок о бок. Я даже могу пройти 83 сантиметра. Я могу пройти на 30 сантиметров. Он действительно хорош. Его спина очень гибкая. Сейчас 108. Мы можем дойти до 30. Ты даже не сможешь ползти под ним. Давайте сделаем это. Чимин, ты сможешь? Отойди немного в сторону. Чимин, ты это сделаешь? Да. Выглядит опасно. Подождите. Идем назад. Назад, назад. Иди назад, положи обратно. Зачем они тратят свою энергию? В этом нет необходимости. Следующее. Кто кого потащит? Давайте по очереди. Окей, по очереди. Хорошо. Давайте сэкономим немного энергии. Команда Ви. Ви хочет реванш. Окей, команда Медведь, начинайте. Нет, просто надень их. Мне так нравится больше. Как хочешь. С босыми ногами. Думаю, лучше будет так. Вот так? Бедрам будет очень больно. Как хотите. Его поза уникальна. Ты сможешь, Ви? Ви, ты правда это сделаешь? Пожалуйста. Ты сможешь, Ви? Да. Спускайся. Спускайся, просто иди. Юнги, ты выглядишь так смешно. Выглядит сложно. Ты мне доверяешь? В прошлый раз ты хорошо справился. Пожалуйста, перекройте мое лицо. Это слишком. Да, честно. Никто не хочет видеть нас под таким углом. Угол слишком негуманный. Мы не можем хорошо выглядеть под таким углом. Джей-Хоп, ты готов? Готов? Да, я готов. Давайте. Давай сделаем же это, Джей-Хоп. Не так уж и сложно. Получится? Да. Точно? Да. Вперед. Поехали, просто продолжай. Хорошо, хорошо. Не смейся. Хорошо, иди медленно, вот так. Они будут на первом месте, если выиграют. У нас есть шанс. Но... успех или провал? Упал, прежде чем закончить. Его нога перешла черту. Он упал, не успев закончить. Он упал, прежде чем прошел черту. Серьезно? Да, они сказали, что мы провалились. Чонгук. Чонгук, готов? Если ваше тело пройдет планку на 2 из 3, это будет засчитано. Значит, мы прошли? Мы прошли. Мы должны это сделать. У нас второй шанс. Они еще не выиграли. Подойди поближе. Ты готов, Чонгук? Чонгук, ты готов? Ты сделаешь это, Чонгук? Да! Хён, почему бы нам не развернуться? Не получится. Вот так. Мы справимся? Посмотри на их пальцы ног. Погодите, тогда мы победители? Помоги мне попробовать. Не думай, что это сработает. Я смогу это сделать. Я смогу, честно. Джей-Хоп, мы прошли. У нас тогда получилось. Правда? У нас тогда получилось? Ты крутой. Ты сможешь это сделать? Я не уверен насчет этого. Поехали. Пожалуйста, прикройте мое лицо. Ему на самом деле наплевать на эту игру. Мы сделаем это. Опускайся. У вас получится? Да! Точно? Да! Это уникально? Это так не работает! Вперед! Не работает! Пригнись! Ниже! Я же говорил! Ну же! Я сказал, что это не сработает! Мы просто пытаемся всех рассмешить!
Я сказал, что это не сработает. Он поднял его вверх ногами. Я думал, это сделает Юнги. Какой сюрприз. Тогда... Итак, команда Ви... У нас есть наказание? Ви выигрывает? Давайте просто повеселимся. Повеселимся. Я не могу проиграть. Давайте решим вторые и третьи места. С той же планкой? Да. Чонгук и Ви, оставляем уровень? Давайте. Будьте реалистами. Не похоже, что это возможно. Он хочет выиграть. Кто это подстроил? Так смешно. Вот так? Это слишком. Дайте мне попробовать. Ты хочешь его выбросить? Мы не проиграем. Как ракета? Вы похожи на самолет. Пока нет, иди сюда. У тебя получится, Чимин. Секунду. Начинаю. Хорошо. Будь осторожен. Ты что, набрал вес? Просто иди, не останавливайся. Иди медленно. Ниже, ниже, ниже. Не может быть. Они провалились. Вы провалились. Дотронулись до земли. Я слышал странные звуки. Я устал. Погодите. Это диван или как? Так низко, подождите. Секунду. Начните дальше, отойдите. Почему это нечестно? Ну, они провалились. Подожди, подожди. Ты на нем ездишь? Это слишком. Ну, это уже слишком. Пойдем. Почему мы не можем так сделать? Хорошо, ты в порядке? Пригнись, пригнись. Ви, прямое лицо. Я заставлю тебя выиграть в игру. С ума сойти. Мы прошли, верно? Две трети поля. Мы прошли же. Ты в порядке? Мы прошли. Ты в порядке? Они прошли. Последняя попытка. Честно говоря, я видел... Я думаю... Хён, что? Думаешь, центр твоего тела здесь? Нет-нет. Вот тут, вот. Ви, ты со мной не согласен? Мы не можем проиграть. Мы провалились. Последний шанс. Мы не можем проиграть. Если вы проиграете, у вас будет 0 очков. Эй, это опасно. Твои ноги шире, чем лимбо. Не думай, что это сработает. Нет. Чонгук, ты сделаешь это? Да. Получится? Да. Почему он начинает издалека? Почему это так трудно? Просто иди. Чимин, твое лицо. Почему, почему? Все пропало. За что? Твои ноги? Твои ноги были так широко расставлены. Это... Если ты уронишь эту палку, все нормально. Но для этих палок провал. Значит, мы прошли горизонтальную перекладину, но не смогли пройти столбы из-за твоих ног. Но! Ты помнишь уровень планки? 112? Нет, 108. 108. Если мы потерпим неудачу, все кончено, никаких очков. Чонгук, если Ви провалится, хочешь еще один шанс? Последний шанс. Нет, давайте остановимся уже. У меня шея болит. Даже если вы выиграете, у нас будет больше очков. Просто дайте мне попробовать, ничего не говорите. Они хотят этого. Я знаю, что мы получим наказание. Но вы не можете проиграть в эту игру, верно? Чонгук, если они выиграют, все кончено. Я знаю. Ну ладно, пойдем в сторону. Я сказал, что это не сработает. Я просто придумываю идеи. Ай, делай, что хочешь. Я полагаюсь на тебя. Похоже, так не сработает. Вы дойдете до балки. Для игр в лимбо вы должны идти прямо. Хочешь так? Ты сгибаешь колени? Шуга молодец. Я потею, как сумасшедший. Не говори так, я весь мокрый. У меня под шеей все мокрое. Дайте мне закончить эту игру. Шуга, получится? Дайте мне закончить эту битву. Получится? Да. Скажи это громко. Окей. Поехали. Ты в порядке? Ви, твое лицо. Пригнись. Я держу его сейчас. Хватит. Идем. Это невозможно. Последний шанс. Тогда все закончится. Если вы выиграете, вы будете на втором месте. Вперед! Давайте. Почему вы так широко начинаете? Чонгук, получится у вас? Вперед, вот так. Чонгук, да? Да.
Работает. Работает. Почему мне так тяжело? Круто, получается. Еще раз? Нет, все? Нет, ни за что. Подожди, вы попытаетесь или нет? Шансов не осталось. Они сделали это ради забавы. Ви, сейчас у нас вот первое, второе, третье место. Хочешь попробовать? Смотри, как он вспотел. Ви, нет. Зачем мы это делаем? Тэхён, все кончено. Тэхён, я думаю, что наказание это не круто. Ви, попробуешь? Не нужно, мы все равно последние. Какие у вас были очки? Чимин, никто не знает результата. Ничего страшного, мы все равно выиграем. Не делай этого. Ви, ну что? Не делай этого. Мы победили их на 5 очков. Даже если они заработают 15 очков, я приму твое решение, Тэхён. Сейчас или никогда? Не делай этого. Хочешь? Ну тогда давай. Подойди поближе. Безопасность прежде всего. Твоя обувь. Ви, обувь. Надень обувь. Он опять их снял. Почему он надел их обратно? Ви, получится? Да. Ниже. Ви, ты справишься? Вперед, вперед. Двигайся. Ничего страшного, если вы пройдете дальше, мы продолжим игру. Еще ниже. Хватит! Хватит, я так устал! Хватит, я так устал! Посмотрите, как я вспотел сейчас! Окей, физкультура закончена! Ребята, вам понравилось? Не особо! Вам было весело? Это было самое трудное испытание в физическом плане! Мы можем сделать 4 эпизода Run BTS только с этими съемками! Честно говоря, сегодня было весело! Уроки закончились, аплодисменты! Так как мы закончили, позвольте мне рассказать вам окончательные результаты. Первое место. Команда Ви. Не ты, не ты. Окей, никакого наказания для нас. Ребята. Второе место. Или сказать третье. Сначала расскажи нам очки. Мы уже все знаем результаты. Все знают. У нас тут только 3 команды. Ну же. А как же финальная игра? Нет? Второе место? Команда «Медведь». Для чего была эта игра? У нас есть наказание. Что это? Я с нетерпением жду этого. Наказание носить футболку с блестками, сделанную Стафом. Мы можем надеть ее на следующую съемку? Я имею в виду на целый день. Мне нужно на гору. Там так много дел, там много всего. Ребята, прежде чем говорить о походе, у нас есть специальный подарок для сегодняшнего МС. Что дадут? Они дадут МС право выбрать человека, с которым будет назначено наказание. Право выбрать человека? Если я получу наказание, я могу выбрать человека, с которым я получу его. Так, это то, что ты заработал? Точно. Итак, проигравшие наденут футболку на следующую съемку. Вам всем было сегодня весело? Вам было очень весело? Да. Тогда покричим. BTS, внимание! Мы больше так не делаем. Правда? Да. Давайте, нам нужно поклониться нашему учителю. BTS, внимание! Поклонимся нашему... Поклон! Спасибо. Run BTS будет продолжаться. Run BTS! Спасибо за просмотр.